Всем привет, канал Ирина Цветики. Очередной обзор из магазина Орхидеи. Тут привозили новые цветочки. Да, я уже начала загружать это видео. Я забыла про продолжение из Оби, но я думаю, посмотрим завтра, в принципе. Там из нового только цимбидиумы, ну там и пара цветочков. Вот смотрите. Целая полянка. В прошлый раз было в миксе пару штучек мани. Тут целая полянка. Тоже такая. А нет, это стандарт. Это белые, чисто белые биглипы. Это снизу. И вот такая красота, разноцветная. Он намного ярче, желтого больше, чем выглядит на камере. Он на самом деле такой желто-красный. Вот издалека видно, что он такой яркий, с перышками. Вот такая красотища. Ну вот стали вянуть цветочки, и девочки сбавляют цену. Поэтому можно брать, я думаю. Если кому-то нравится такая. Но они яркие на самом деле. Желтые биглипы. Но они такого лимонного цвета. По-моему, уже видели. Дикие коты тоже стоят уже давненько. Но они стоят на свежем воздухе. Им ничего как бы не делается. Крепкие, хорошие котята. Вот жалко эту мультифлорку. Очень симпатичная. Это, по-моему... Ой... Ну и Африка там еще как-то называют. Но уже розетки портятся. Это, видимо, с прошлого завода. Было очень много балм. Вот ароматный. С таким малиновым язычком. Очень много было мультифлорок. Плотно стояли. Я показываю там какие краешки. Ну вот, видимо, интересно. А вот такой. Мы сами подумаем, что это новый сорт парфюмерки. Что ли, у нее отличные такие листья. Я не успеваю рассказывать, показываю очень быстро. Вот остался пилорик. Я к тому, что и неделя прошла, а мутантики есть. Вот такой огонечек. Бабочка. Ну, мультифлора. Размер мультифлорки, да. Не то, что там мне написали. Но я опять скажу, вспоминаю 10 раз. Ну, просто, ну, как это вот? Приехала, написала под видео, что когда вы снимали, я приехала, ничего нету, это все обман. Как такое можете писать вообще? Что за люди? Тут белая такая красота, композиция. Уж я не думаю, что по нынешним временам, что эти бабочки, мутанты, ну, довольно-таки цена дорогая, что их прямо расхватали за один день. Вот спустя день я выложила, да, обзор. Вы понимаете, если я вот на рынке в трех магазинах снимала, я не могу же в один день все выложить. Конечно, ну там день-два. Вот очень похоже на чармер маленький, но это восковичок. Он настолько крепенький, даже потрогала его лепесточки. Очень плотненькие. Вот такой яркий желтый биглип. И вот красота такого биглипа я не видела еще. И там вот оценка 500 рублей. Большой кустик. Красивый. Ну, нет, не альбуфера. Но я спросила, это не альбуфера. В таком исполнении нет. Цвета немножко не альбуферные. Ну, а так похоже. Желтые с бордовыми пятнами и биглипчиком. Очень красиво. Привезли ванды. Ванды тоже дороги. Вот это перепады наши. Днем за 30, вечером бывает и 10, и 15. Бывает просто холодно с гор дует. Еще меньше. Ну вот цветочки не выдержали. Наверное, тоже. Я не спросила, но цена должна быть снижена. Потому что вот в орхидеи снижают, когда цветы портится. Вот корневые в этом году вот так, мешочки. Горшки очень тяжелые, их потом не отделить. Очень много оценки. 500-700 рублей, вот говорят. Но я не стала детально, какие. Сортовые дороже, сортовые до 1000, по-моему, больше. Немножко 1000. Сортовые это мини-марк и...
вот на дуге белые такие веночки, я не помню сколько, ну больше 1000. Посмотрите, сколько корней на уценках. Вся их беда, то что цветочки, бутоны стали засыхать, а корневища просто немедленно, что вверху воздушные, что внизу. Но орхидея не любит перепада температуры. А тут у нас как раз такой сезон, что температура резко меняется в течение дня. Ну тут и стандарты, и мультифлорки. Все, что хотите. Вот камбрюшки. Вот мини-марк, даже несколько штук попал на уценку. Кто давно мечтал приобрести, не мог, пожалуйста, спрашивайте. Я, правда, не доставала их, не рассматривала. Вот веночки белые. Они очень симпатично смотрелись, ну и стоили хорошо. Ну, теперь они на уценке. Если кого-то интересует, ну, я перезвоню, спрошу, уточню в магазине. В этот магазин можно написать, позвонить. Так что спрашивайте. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.